Ukrainian forces recently liberated this part of Kharkiv Oblast. Evidence of Russia's devastating occupation is still fresh. The city of Izum is an important transportation hub with a pre-war population of 48,000. It is hard to find a place unaffected by war in the city. Locals recount the horror they felt when Russia bombed Izum in February and March. A Russian bomb hit an apartment building, killing at least 44 people who got trapped under the rubble. Another residential building near the center of Izum was shelled in March as residents continued to shelter inside. Бачите, як посічені балкони, двері, там он двері. А тут жили люди в підвалі. Ну, в сусідську квартиру попало, он хорошо видно. А я через стінку живу. Це во дворі в нас лежала. Подвезли. Было все. Со стены спасла наши подъезд. Ну, то есть, бачите, двери у нас целесенькие. Some locals whose homes were destroyed were offered shelter at the neighbors' houses. Pavlo Pisarevsky welcomed up to 20 people into his home during the war. Вот здесь, вот здесь мы повырывали все, вікна все повилітало, но мы же их бегом восстановили. Мы разів 5. Почему? Потому что тут жизнь 8, сначала 12 человек, потом 8, вот в этом доме. Бачите, в этом доме все рухнуло, это соседский дом. Смотрите, развалины, крыши нема. Это после этого, после снаряда. Расскажи и покажи, как Люда погибла. Девочка, 30, сколько ей лет было? 40. 30. 21 августа было бы 42. 42 года было бы. Но не стало. Вышла с хаты, постояла, решила воздухом подыхать возле погреба. Вот то жилой дом был, видите? А вот эти глаза вот на наших, это все происходило. Отсюда мы вытаскивали раненых деток и носили первую помощь им делать. Да. Понимаете? Тут было 4 детей. Russia's occupation of Izum began in April, but the aggression continued, inflicting further damage on the city. Pisarevsky's wife Ludmila used to make drawings of Izum's sites. Many of her drawings have been ruined or completely destroyed. А вот это вот наша Изюм. Это такие, как вышка наша, якої вже немає. Отут ось, отут. Стоял С-300, отут. І які, як стріляли, так у нас тут і криша піднімалась. Гвозді летіли, палили, шибу воскакували. О, а це ось наш мост. Дивіться, тут же ж мост. Це наш мост, дивіться. Оцього прольоту вже нема, тут уже отак. Зломане. Взорвали. Нема, нема вже 7 вітрів. Немає нашої вишки, вона отак розбита, отак. Немає вже. А ще немає оцих хат, оцих всіх хат немає. Отут падали авіабомби, і оці хати всі розбиті. Їх немає вже. As of late September, Izum had no electricity or water supply, and mobile connection was limited. Residents have been forced to obtain necessities at humanitarian aid distribution points. Local authorities are calling on people to evacuate from Izum ahead of the winter,
However, many residents are reluctant to leave their home.